Васильевич, вот вы вот на чистоту, свой субъективный взгляд, довольны ли вы действующим законодательством? На сегодняшний момент, конечно, нет. Дело в том, что если раньше я работал в государственной структуре, был военным, по завершению своей военной карьеры я окунулся, уйдя на пенсию, окунулся в сельское хозяйство. И всегда предполагал и думал о той защищенности, о тех законах, которые непосредственно действуют в нашем государстве. Но когда занялся сельским хозяйством, да, это действительно тяжелый труд, это трудно, как сказать, тяжелая трудовая деятельность, вот, которая непосредственно, ну, должна быть, конечно, защищена со стороны государства, вниманием, там, финансированием и так далее. Вы сейчас занимаетесь сельским хозяйством. У вас есть крестьянское хозяйство. Насколько вот сейчас известно, вы должны 30 миллионов тенге. Как так произошло? При работе на полях, немножко забегая немножко в историю нашего хозяйства, вот здесь этот автобан, который построенный был, Астана Боровое, он разделил наши поля на две стороны, правая и левая. На левой стороне находится наше хозяйство, хозяйство, где непосредственно концентрирована вся наша деятельность. С правой стороны у нас тоже вторая половина полей. По выполнении сельхоз мероприятий нам приходится переезжать на ту сторону. Так. Вот. Но вот в этот момент, когда произошла вот эта застройка дороги, да? Ну да, застройка дороги. Они не предусмотрели, получается? Не предусмотрели наши возможности переезда на ту сторону. Нам приходилось выезжать, это большой крюк через город, это большие сложности составляли, но мы это выполняли. Тем более, я так понял, это сельхозтехника, да? Сельхозтехника для безопасности, как сказать, переезда и, как сказать, обезопасить весь процесс переезда. Мы, как сказать, находили пути через город, проезды через город. Это длинный путь, сложный путь, сопровождение и все такое. Но в тот момент, та осень 2019 года, там прокладывалась городская канализация. Было полностью отрезан проезд на ту сторону. Но так как у нас уже там были посеянные поля и должно быть выполнение уборочных работ, нам пришлось максимально как-то сконцентрироваться для того, чтобы переехать на ту сторону. Вот те работы, которые... Ну, получается, я правильно понимаю, вот на тот момент, даже если взять чисто по-человечески, не было иной возможности переехать на... Совершенно правильно. Другой возможности не было. Ближе к вопросу, как так получилось, что вы 30 миллионов задолжали сейчас? Ну, при переезде, возвращении техники на стан, мы выбрали тот кратчайший маршрут и тот безопасный маршрут передвижения, где скорость на автобане перед рубежом, платным рубежом, составляет 20 км в час. Мы в этой зоне перегоняли вот эту технику, которая непосредственно попала, в смысле, вот в аварию. Это была трактор зацеплена жатка, мы организовали полное сопровождение, была машина, аварийные сигнальные огни, все такое, скорость движения, здесь разгонная полоса, которая ограничивает эту скорость, минимальную скорость на автобане. Вот. Мы двигались на этом участке с полной безопасностью, вернее, с полной, как сказать, концентрацией безопасности для себя и для окружающих. То есть едет трактор, трактора зацеплена жатка, и сзади, позади жатки едет еще одна машина с сопровождением, с включенными знаками аварийной сигнализации, и таким образом идет сопровождение этого техники, этого движения сзади, да, создавая при этом безопасность.
Ну, там возле терминала там сделан технологический разрыв, который непосредственно предусматривает все там технические работы, которые непосредственно, так сказать, проводятся на платном терминале. Ну, там постоянно движение тракторов и все такое. Конечно, мы изыскали эту возможность для того, чтобы здесь переехать на ту сторону. Вот. Рассчитывая на то, что здесь скорость составляет 20 км в час. Плюс открытый участок, вот, который позволяет нам видеть движение транспорта, чтобы не создать помех ни для того транспорта, ни для себя. Выбрав вот этот момент, вроде как сказать, все было учтено, и при развороте в этот технологический разрыв получилось. То есть мы имеем на этом участке самую низкую разрешенную скорость 20 км в час. Там есть обзор. И плюс, вот в моем понимании, технологический разрыв, он создан для того, чтобы как раз-таки там разворачивалась специальная техника, коим являются какие-то машины снегоуборочные, там какие-то еще КАМАЗы, которые раскидывают у нас на автобане этот песок. Трактора, которые чистят здесь этот участок, обеспечивают этот участок, они постоянно там работают. Там постоянно они работают для, как сказать, уборки снега, там непосредственно асфальт чистят, подметают и все такое. То есть разрыв, он существует, он вполне законно там существует, и этим технологическим разрывом, в принципе, воспользовались и вы. И мы воспользовались. Что касается момента ДТП. Вот я наверняка полагаю, что вы об этом неоднократно думали, что вы пришли к мнению, как эту аварию можно было избежать, и к таким выводам, когда ее невозможно было избежать. Можете вот сейчас рассказать, почему ДТП произошло? Ну, то, что с нашей стороны было учтено, наверное, я говорю, все максимально, максимально. Я имею в виду режим скорости, обзор, наше внимание, наша, так сказать, предусмотрительность. Вот. Ну, по логике или, так сказать, по законности, я считаю, что столкновения не должно быть. Почему? Потому что при минимальной скорости 20 км транспортное средство, оно должно видеть все перед собой и среагировать при любых обстоятельствах, даже до полной остановки, если что-то там, кто-то ему помешал движению. Поэтому здесь этой аварии не должно быть. Вот просто в практике, или не в практике, а, так сказать, в моем представлении, аварии не должно быть здесь. И я был в этом просто-напросто, как сказать, убежден и уверен. И рассчитывал все для того, чтобы, как сказать, пройти вот этот маршрут без каких-то погрешностей. Вот. Но почему так случилось, я сейчас знаю и вижу, как сказать, и представляю это, что произошло. Ну, если это интересно, я могу, так сказать, повториться или рассказать об этой ситуации. Это интересно. Почему? Потому что вот вы говорите и трактуете нам почти на пункт 10 правил дорожного движения, когда машина должна ехать с разрешенной скоростью, а водитель при этом должен контролировать эту скорость и учитывать момент, чтобы он остановил транспортное средство в случае возникновения какого-то препятствия, обеспечив при этом безопасность дорожного движения. Из материалов дела, насколько вот мне известно, скорость машины, которая врезалась в жатку, составляла более 75 км в час. И это как бы не субъективный какой-то взгляд на эту ситуацию, а это экспертиза, которая была проведена экспертом. То есть это был произведен расчет. Вот, ну, я более... Вы как непосредственный участник вообще той ситуации, можете ли вы примерно оценить, какова все-таки была скорость и почему он не среагировал? Ну, конечно, экспертиза была проведена, и заключение дали более 75 км в час. Но мы, так сказать, видя всю эту ситуацию и те повреждения, которые были произведены, мы все-таки обратились в суд, попросили
видеорегистратор, который был предоставлен в суде для, не знаю, для каких-то вещдоков и так далее. Видеорегистратор с машины. С машины, той машины, которая непосредственно произведена, которой была произведена. Наезд на нашу жатку. То есть, иными словами, машина, которая врезалась, в ней был регистратор, вы взяли этот регистратор, эту видеозапись. И передали в экспертизу в Астане, в экспертизу. Еще одну экспертизу для того, чтобы уточнить, как сказать, более точно уточнить, как сказать, максимально, вернее, та скорость, которая непосредственно была на этом участке. И та экспертиза, вот поэтапно, прямо я говорю, поэтапно, по 50 метров, она фиксировала, вернее, отразила всю ту скорость. Это на протяжении вот этого, как сказать, участка, где был 40-20 километров, он шел со скоростью, ну, это заключение экспертизы, 135 километров. Когда он уже пересек знак 20 километров, где ограничение 20 километров, у него скорость пошла на понижение. Я так понимаю, что из видеорегистратора там было видно, что там кричала его спутница, там, мага, мага, что ты делаешь, потому что она видела, почему мага не среагировал. Конечно, высокая, большая, максимальная была скорость, но, видимо, я так думаю, что был чем-то он другим отвлечен. Что там, какой-то трактор? Мага, мага, ты что делаешь? Мага, мага, ты что делаешь? Потому что, ну, невозможно было увидеть пассажир, который сидит и не должен следить за дорогой. Он это видит препятствие, а водитель по каким-то причинам не видит это препятствие. Что там, какой-то трактор? Мага, мага, ты что делаешь? Мага, мага, ты что делаешь? Скоростного. То есть, получается, мы фиксируем, что, исходя из видеозаписи, которая у вас оказалась, эта запись фиксирует все происходящее в машине. В машине, получается, сидящий рядом пассажир предупреждает водителя о том, что впереди есть какое-то препятствие, просит его остановить со словами «мага, мага, тормози» или «что ты делаешь», и при этом скорость движения была определена как 135 км в час. Да. А вопрос такой, тормозной след был? Не было. Тормозного следа не было, поэтому это и показывает на то, что водитель практически не следил за дорогой и был полностью отвлечен. То есть машина как шла, шла, да, так она и идет. И то есть получается не было такого, что вот ударил по тормозам и машина просто начинает притормаживать или тормозить экстренно, и при этом никаких, тормозного, получается, следов пути не было, вообще не никаких. Было, да. Не было. Был удар такой сильный, Максим, с такой силой, что жатку практически сложило. Хорошо, это и спасло. Спасло, а так бы, вот так бы под низ улетели. А это крепление было за трактором. За трактором было крепление. И с трактором вместе его вот так метров, наверное, 3 метра трактор отлетел. А это жатка 9 метров, ну как по этому, по показаниям, вернее, по всем, сказать, чертежам аварии. 9 метров она отлетела. Она отлетела на 9 метров. Но дальше улетела. Там еще был разделительный бордюр на трассе. Его снесло, и она отлетела на 9 метров. Но видите, от нее практически ничего не осталось. С такой силой был произведен удар. То есть вот эти все деформации, да, конечно, это вот все в результате этого ДТП. Да. Даже получается вот. Да вот эта труба. Труба, с такой усилием здесь, я не знаю вообще, чтобы ее согнуть. Допустим, все эти формальности, ну, там нет экспертизы, там нет, мы не знаем, с какой скоростью ушла машина. Вот, просто вы же едете сзади, я так понял. Вы были на самом деле? Да.
Получается, авария происходит на ваших глазах. То есть с левой стороны или с правой стороны просто пролетает какая-то машина, я так полагаю, и просто сносит эту жатку. Вот каково было ваше восприятие, когда это проходит? В те секунды, когда вот вы увидели эти происходящие, что вы тогда ощущали? Для меня был страх, если честно признаться. Для меня был страх. Вот, я вообще как потерял свое, как сказать, ну такое объективное, как сказать, состояние, где выскочили, мы выскочили туда к машине. Одно было, что были, что не, ну не, не дай бог, мне показалось, что при таком ударе, что там не могли остаться живыми людьми. Поэтому, когда вышли из машины двое, пассажир и водитель, я не знал, кто это и что это. Вот. Для меня первое, что было, как сказать, мое, как сказать, ну, восприятие, что живые, живые, живые. И все, меня для дальше. Главное, что люди остались живы. Я ни о чем о другом не думал, вот, ни о жатке, ни о последствиях, там, я не знаю, не думал о каких-то там, не знаю, нарушениях, кто нарушил и так далее, большой скоростью. Он, все. Меня одно было первое впечатление, что люди остались живы. Когда вышли они обои, я ушел, просто сел на обочину, потому что меня немножко было потрясло, это такая ситуация. Угу. Ну, это я уже упускаю. За рулем был Плесиков Михаил. Плесиков Михаил. Михаил, рад знакомству, до как бы вас уже не видел. В общем, хотел спросить первый вопрос, вот как вообще это все произошло? Ну как, я вот каждый день мне все вот это снится. Снится? Потому что, да, ну как, такой удар это, я не знаю, как я еще, трактор чуть не перевернул, и головой удар, ключи там полетели, все это. Я думал, конец света, что ли, наступил, ну уже... Ну, в тот день, получается, вы на тракторе сами ехали? Нет, меня сопровождали Олег Васильевич и Саша, сын его. Так. Вот, я посмотрел, что сделка задняя, ну, для убедительности. Потом обернулся, посмотрел назад. Ага. Никого, ничего не было, не предвещало никакой беды. А здесь что, ну, терминал вы знаете, наверное? Да-да-да, вот там, мы только да, что да. проезжали. Да, и вот я еще направо посмотрю, чтобы не зацепить. Ну, там он не так, что узкий. Ага. Ну, посмотрел, не было. Я уже поворачивать начал в сторону Петропавловска. Здесь такой удар, я не знаю, как его. Сам чуть не вылетел из этого трактора. А сильный удар был, да, получается? Сильный, я вообще даже первый раз бы такого не дослушал. То есть, получается, несмотря на то, что это был прицеп, да. Прицеп, я так понял, он тоже нелегкий. Нет, ну, у него вес есть, да, по-моему? Да, 3,5 тонны. Да, 3,5 тонны. И считайте, ну, когда ты тащишь за собой 3,5 тонны да. металла, то, во всяком случае, трактор-то уже напрягается. Ну да, конечно. И для того, чтобы вот этот вот удар почувствовать, что аж 3,5 тонны содоргнулись, да, что называется, да, и трактор чуть не перевернулся, но мне кажется, да. это прилично нужно усилий туда приложить. Удар такой сильный был, слишком, я даже... То есть ощутили конкретно, да? Конкретно, ну, но. Там скорая туда приехала. Ага. Вот эта, которая там девушка с ней, Шмидт Ольга. Так. Вот. Ее сначала запустили в скорую, потом она, видать, ну как, не поехала, а вышла. Вышла, сама мне, вышла? Ну, а мне тоже говорят, давайте я вас в больницу. У меня голова здесь была разбита. А, да вы что? Ну, а я как раз замеры начал, Семкин там начал команду. Ага. Айда со мной рядом ходил. Ну, ага. Замеряли полностью. Ага. Я уже поворачиваю такой удар, он, вот это стоит отбойник. Ага. Вот полностью до самого терминала упал. А, сам отбойник упал сам на дороге упал, даже? Полностью, да. Ничего себе. Вот, а как его завалили, этот отбойник? Трактором получается? Он, да, жатко толкнул. Ага. И жатко, мы это увидели. Да-да-да, мы посмотрели ее. Мы посмотрели ее повреждения, мы видели, как погнулись там трубы там эти большие. Восстановление, наверное, близко даже не понимаешь. Ну, понятно, понятно. Вот такой сильный удар был. Ага. То есть она в тот момент, получается, у вас была разбита голова? Да. Кровь да, шла? Да, шла, да, я вытирал. Так, ага. А Шмидт, которая рядом была потом с водителя? Опять, видать, можно она сказать, сама ходила? Сама ходила, конечно. Нормально разговаривала? Да, нормально разговаривала. Не было такого, что у нее одышка, там, боли да нет, в груди какие-то?
Получается, вы же у нас были участником судебного разбирательства, да. То есть, когда вот это все происходило. Вот на ваш субъективный взгляд, вот, как вы считаете, суд правильно проходил? Да нет, мне кажется, ну как это, районный суд, потом областной суд. Все-таки должен же быть справедливость какая-то. С такой скоростью, что он имеет право лететь с такой скоростью? По итогу вы в курсе, да, какой, ну, что вы признаны виновным? Виновным, да, по 345 меня судили. Угу. Пункт первый. Угу. Штраф, да? Штраф, да. Угу. Понятно. И получается, что на данный момент никто к вам иск не предъявил, да? Нет. То есть после того вас в суд больше не вызывали? Ну как, вот заплатила штраф полностью. То есть вы сейчас на данный момент только заплатили штраф, и больше вы никому ничего не должны? Да. Все правильно, да? Ну это тоже как-то несерьезно же отнеслись. Вот даже на суд первая инстанция, вторая инстанция. А объясните почему? Ну как, если он виновен, его даже административного нарушения как будто нет. Угу. А меня сразу осудили. То есть вы и это тоже понимаете, да? Да. Что получается, речь идет о водителе Яндиева. Да, да, Яндиева. Угу. Если ему можно, так с такой скоростью летать, не знаю. И что Семкин так говорит, только знаки действуют на правую сторону. А по левой он может лететь со 140 км. И игнорирует все вот эти, да, пять вот знаков. Ну, вот вы, получается, человек, который получал права в советское время. Да. То есть, получается, вы же, ну, как бы, имеете базовые знания. А вот чисто на ваш субъективный взгляд, правильно ли это правило трактует господин Семкин, что знак распространяется только на крайнюю правую полосу? Не, а на левую, они все должны на три полосы все полностью распространяться. Это вот те... Это, ладно, допустим, я еду с правой стороны по знакам, угу. А левый он должен еще нестись, что ли? Тогда все люди начнут ехать по левой стороне. Угу. Вот так. Вообще, когда вы узнали, что над этим действием, или когда вообще над вами начался суд? Меня и Александра вызвали в полицию. Мы зашли в кабинет, он подал этот протокол, на, распишись. Я расписался, но что там написано, говорит, дома ознакомься. Кто это говорит? Семкин. Ага. Дома ознакомься. То есть фактически вы с материалами дела не знакомились? Нет, да, да. Вам дали бумагу, вы ушли? Я, да, подписывал, не читал. Но он сказал, подпишись, а вы подписали? Я подписал. Да. А была ли у вас возможность не подписывать эти документы? Я не знаю, как вызвали полицию, а как не подписывать. Черт, не знаю. Как итог, получается, что Плисикова Михаила признали виновным в совершении дорожно-транспортного происшествия, а водителя автомашины Mercedes Яндиева не признали виновным за превышение скоростного режима. Это административные ресурсы или просто так совпало? Нет, ну как совпало? Дело в том, что это воздействие административных ресурсов в отношении интереса Индеева, потому что когда, будучи, сидя в кабинете у майора Семкина, были заданы вопросы, вот как вы дальнейшие ваши действия. Ваши действия, вы хотите на мировую, как сказать, сойтись, договориться? Угу. Я открыто заявил, я говорю, так и так, что вот нас обвинили в том, что мы создали аварийную ситуацию. Индеев нарушил скоростной режим, есть знаки, вот, угу. Есть знаки, он шел со скоростью там 130 или 140 километров, но мы тогда предполагали, угу. Что он все 140 шел, потому что скорость была бешеная. Скорость, вот. Я задал вопрос, я говорю, вы признаете административным нарушением Индеева, что он превысил скоростной режим? Вот. И потом мы сядем за стол переговоров для того, чтобы решить, кто кому что должен, кто больше виноват и так далее. Сейчас вы сомневаетесь в том, что действительно ли Шмидт получила
телесные повреждения. Объясните, почему? Первые симптомы, они не показывали там во время аварии, когда она вышла, она себя чувствовала первое время нормально, но я не медик, я не буду это оценивать. Потом, когда вот этот произошел процесс в отношении там перелом грудной клетки, я начал интересоваться, потом обратился в нашу больницу, где они проходили рентген, хотел уточнить на самом деле, как это происходило. Нас проинформировали, что дисков, которые остаются, копии дисков, вернее, копию выдаются, или там дается рентген-снимок, вот, а диск, он остается. Когда, ну, это мое присутствие, в моем присутствии журналист интересовался как раз этим ДДП, и он как-то так собирал материалы. В общем, мы пошли в больницу для того, чтобы получить рентген и убедиться, действительно ли там есть перелом. Но как результат, вам отказали в выдаче рентгена, сказав, что у них отсутствует этот диск. Информации у вас не было. На все дни, на все месяца другие есть, а вот именно вот этого дня, вот этого... Как на это отреагировал суд? Ну, на первой инстанции суда было нами акцентировано внимание по поводу перелома грудной клетки, потому что, ну, специалисты, травматологи, которые видели, как сказать, вот эти все, как сказать, анализы или как описание, не рентген снимка, а рентгенка снимка, нигде в глазах не видели изначально и до самого конца. А по тем описаниям, которые были сделаны изначально, первоначально, все те специалисты, медики, с которыми я планировал, вернее, не планировал, а встречался, консультировался, они все говорили, что здесь 99% никакого перелома нету. По всем тем симптомам, по тем всем описаниям, вот, перелома нету. И я акцентировал внимание суда для повторного проведения экспертизы по перелому грудной клетки. Давайте поправим. Мы сейчас называем перелом грудной клетки, на самом деле так говорить нельзя, потому что перелом грудной клетки в принципе существовать не может. Речь идет о переломе грудины. Грудина. Ну, опять же, хочу сказать, то, что вы говорите грудина, это, ну, практически, как медики мне это объясняют, вот, да, объясняют, вот, что в первую очередь, если даже производится удар, и удар производится точно вот в это место, хотя практически удар не мог произвестись вот целенаправленно, остро. Точный удар должен быть. Точечный удар. Угу. Вот. Потому что здесь сработали подушки безопасности. И она сама говорила на суде Шмидт, что у меня была травма, синяк в подвздошной зоне. Подвздошную зону — это вот здесь. Это как раз от ремня безопасности, видно, что было, дернуто. И у ней, и те медики, которые первоначально делали травматологи обследование, у ней нигде никакой синюшности не было. Если бы хотя бы трещина была, значит, она обязательно бы показала какую-то синюшность. Ну, я имею в виду кровопотек, это дает синяк. Угу. У ней нигде это не зафиксировано. В общем, все, получается, было вокруг Плисикова и вокруг его действий. Да, только вы уходили и оценивали действия участника второго ДТП, водителя Индиева, вы не находили никаких ответов на поставленные вопросы. Как итог, приговор состоялся. Ну и в отношении, опять же, хочу продолжить, в отношении перелома грудины. Дело в том, что когда это была апелляция в областном суде, мы прям точечно, это уже было в онлайне, мы точечно акцент... После приговора вы идете в апелляцию, обжаловав приговор. Да. Ага. Уже в областном суде. В областном суде мы целенаправленно акцентируем внимание на повторную экспертизу. И основываемся на
не проведение судмедэкспертизы, как читарской судмедэкспертизы, которая в нарушении всех норм и правил была произведена, потому что мы обратились в коллегию судмедэкспертов Алматы, отдали эту экспертизу, которую они проводили в Кокчетаве, где было ряд выдвинутых протестов по поводу проведения той судебно-медицинской экспертизы. И в основу мы заложили вот эти все, как сказать, сомнения, и суд просили провести повторную судебную экспертизу. И здесь же мы сакцентировали внимание, а где вообще рентген-снимок? Угу. На что судья, областной судья в онлайне начал разбираться, а где же на самом деле рентген-снимок? Давайте здесь в онлайне разбираться, потом выяснилось, что он лежит у Шмидт дома. Хотя это везде, по всем инстанциям он прошел. Но это не может быть, как сказать, не мой вопрос, я не могу это судить, где он должен находиться. Все, выяснили. Выяснили. Суд запросил, вы должны передать его на следующее заседание. Заседание было отложено, на следующее заседание передать рентген-снимок. Следующее заседание происходит, здесь официально заявляет судья, областной судья заявляет, что да, рентген-снимок вот здесь находится у нас, мы его приобщаем к делу, Ну, повторную экспертизу мы делать не будем, так как мы вторично обратились к тому же судмедэксперту, и его тоже вызвали здесь на онлайн, ему задают вопрос повторно, вы подтверждаете, что там есть перелом? Он говорит, да, я подтверждаю. Все, на этом достаточно, мы никакой экспертизы повторной делать не будем, все, вопрос закрытый, суд принимает решение, этот заключение областной судебной инстанции возвращается сюда, в Бурабайский районный суд. Мы запрашиваем из дела судебного, из дела рентген-снимок, ну, копию, чтобы обратиться, ну, к специалистам уже самостоятельно проверить на самом деле, насколько там этот есть перелом. Нам официально не отказывают, а пишут, что в уголовном деле Плесикова рентген-снимка не числится. Почему он не числится, когда сам судья говорит о том, что приобщаем его к делу? Значит, он его должен приобщить, он же должен как вещдок там его прикрепить к этому уголовному делу. И мы же на этом делаем акцент. Его... То есть в деле сейчас этого рентген-снимка нет. Несмотря на то, что суд... Открыто говорил о том, что снимок приобщен к делу. Да. После того, как состоялся приговор, апелляция его оставила, к сожалению, без изменения, с вас в последующем взыскали сумму материального ущерба. Ущерб, который необходимо погасить для восстановления машины. В общем, друзья, мы сейчас находимся на территории крестьянского хозяйства КХ Чижков, это город Чучинск. Сейчас за моей спиной работает судебный исполнитель. Вас как зовут? Как вам обращаться можно? Как величать вас, Владимир, батя? Владимир Владимирович. А, Владимир Владимирович, не Путин случайно? Нет, это Путин, как я. Вот судебный исполнитель Ваданов Еркебан Еркинович, частный судебный исполнитель по округу Акмолинской области. Я извожу протокол описи ареста имущества, принадлежащего непосредственно должнику Чижкову Олегу Васильевичу. Его
он сейчас арестовывает имущество. По алгоритму действий вообще он сперва обращает взыскание на деньги, потом на движимое имущество, а потом переходит на обращение взыскания на недвижимое имущество. Сейчас, в принципе, судебный исполнитель определил имущество, коим являются сейчас машины, трактора, газоны и так далее. И задача такая, он его сейчас описывает, после этого дает нам 10 дней для того, чтобы мы имели возможность обжаловать его действия в случае несогласия. Далее будет производиться оценка, а потом реализация. Мы сейчас как бы не мешаем работе судебного исполнителя, ну как бы не являемся какими-то там отморозками. Стреляй, шокер! Шокер! Снимай шокер! Шокер в руке! Иди шокер! Сюда. Давай, иди сюда! Ударь меня, шокер! Ударь меня, шокер! Поэтому все происходит в рамках закона. Сейчас составляется протокол, мы с ним знакомимся и получаем ее копию. Я, если чисто субъективно, с этим не согласен, с этой процедурой не согласен. Вот почему. То есть получается так, что стоит тебе только передать машину кому-нибудь на управление, и тот, не дай бог, совершает на ней ДТП, то завтра этот ущерб будет гасить не страховка, не водитель, а я, как собственник данного транспортного средства. И здесь получается, что есть какое-то некое чувство несправедливости. Вроде бы как есть человек, который совершает ДТП, но он не несет никакой материальной ответственности, несмотря на то, что он виноват, да, а несет ответственность тот, кто просто имеет в своей собственности данную машину. Вот здесь, получается, с вас взыскали этот ущерб. Но скажите, пожалуйста, вот эта сумма, 30 миллионов тенге, она же не маленькая. Согласны ли вы с ней? Ну, здесь много вообще, как сказать, вопросов, которые стоят за этой суммой. Это оценочная стоимость этой машины, хотя была выставлена эта сумма, 30 миллионов. Я обратился в независимую компанию, вот, независимую, ну, другую компанию, которая непосредственно занимается обеспечением вот такими же запасными частями. Какова была сумма? Которую согласно того перечня было сделано, вот, оно было в два раза меньше. Вот, это было 14 миллионов. 14 миллионов тенге. Это при том по списку, который предоставила сама Манжо. Да, да, да. И когда я присутствовал, ну, опять же, забегая немножко, так сказать, вперед, или, вот, когда я присутствовал на оценке независимым экспертам, да, в первую очередь моя была заинтересованность максимально усмотреть, где, какие запчасти, все такое. Угу. Там в тот момент, я не могу точно утверждать, вот, потому что мне на руки не дали, как сказать, перечня дефектовки, которую мы делали. Но у меня там есть этот перечень дефектовки, там 80 наименований запчастей. Вот. Дело в том, что мы в тот момент, когда была проведена эта дефектовка, я попросил, я говорю, дайте мне копию. Он говорит, это сырой материал, мы в течение 10 дней, это эксперт так заявлял, в течение 10 дней мы отработаем этот материал, в смысле, как сказать, укомплектуем, порядочным там, в смысле. Он мне еще сказал, говорит, я продефектую, я еще задал вопрос, кто будет дефектовать? Кто будет оценку делать этим, ну, в смысле, запчастям? Дефектовку мы сделали, перечень сделали. Uh-huh. Кто оценку будет этих запчастей? Какая фирма производить? Он говорит... Точнее быть, кто предоставит информацию по стоимости запчастей? Совершенно правильно. Совершенно правильно. Мы проводили это... Центр
СТО-центр, у них свой тоже магазин, который обеспечит. Я еще задал вопрос, я говорю, мы здесь будем, вы здесь будете проводить? Да, конечно, мы проинформируем вас, вы будете в курсе, мы будем совместно работать, мониторить эти цены и все такое, что это будет открыто. Они вас успокаивают тем, что вот перечень, состоящий из 80 наименований, цена, ценообразование будет исходить из этого магазина, где, собственно, проходит и дефектовка. То есть это город Щучинск, в принципе, поэтому никаких поводов для беспокойства, я так понял, на тот момент не было. Не было, я ждал, когда меня проинформируют, но когда уже меня пригласили на суд, в суде уже лежала эта оценочная стоимость в 29 миллионов, по которому мне заявили, что, в принципе, я отказался и не проявил какой-то должной инициативы в отношении, допустим, участие в оценочной стоимости этих комплектов. То есть мы... Меня просто-напросто развели. Я тут открыто заявляю, меня просто развели. Потому, вернее, после этого у меня настолько, так сказать, сконцентрировался страх перед вот тем окружением, которое кружит вокруг вот этой всей аварии. Там идет травма, здесь идет такая оценка, там идет скоростной режим, который непосредственно полностью убрали с вниманием судебных, как сказать, разбирательств, где на суде, я извиняюсь, что перепрыгиваю с места на место, там на суде Сёмкин, как свидетель, как инспектор ГАИ заявил, открыто прям заявил перед присягой, вернее, во время после присяги заявил, что Индиеву можно двигаться со скоростью 140 км в час на этом участке. Вернемся к экспертизе. Получается так, что называя независимого эксперта независимым, вы понадеялись на его независимость и беспристрастность. Как результат, когда мы увидели эту экспертизу, мы поняли, что она была сделана не по его лично составленному перечню, а по перечню, которую предоставила ему Манджио. Это, получается, близкий человек Индиева, я так понял. Она этот перечень сформировала из официального дилера, ну, псевдоофициального дилера Gold Star Motors. То есть, когда я ознакомливался с этим счетом на оплату, я, честно говоря, просто сам был несколько удивлен, потому что там идет перечень заменяемых запчастей, который состоит из 483 деталей. И там идет по перечню. Есть вещи, которые необходимо заменить, а также есть какие-то шланги, лампочки, предохранитель, гайка, 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 болт, болт, гайка, болт, гайка, болт. Вопрос такой, что случилось с конкретной гайкой? Что случилось с конкретным болтом, что его необходимо поменять на новый? И стоимость у него не маленькая. Что случилось с предохранителем, который не сгорел? И получается так, что по сути они проводят работу для того, чтобы обновить внутренности машины до состояния новой машины. Хотя по закону весь ущерб сводится к тому, чтобы восстановить машину до состояния до аварийного. Поэтому здесь, конечно, вопрос, он открыт, и он вызывает безусловное сомнение. Почему независимый эксперт взял во внимание тот перечень, который предоставляет ему сама Манджио? Ведь мы все понимаем, что по закону эксперт не имеет права контактировать напрямую с заинтересованными лицами. Если он контактирует, то только через определение суда, через суд. А напрямую связываться, как мы понимаем, нельзя. Вот и здесь, получается, я согласен с тем, что тут вас немножко развели. Я, да, понимаю вас очень сильно. Вот уровень вашего возмущения, он зашкаливает, и поэтому вы уже пришли к тому, что вы уже начинаете вникать в эти дела,
И вникать в дела, получается, эксперта. То есть вы уже начинаете разбираться. И при этом, ну, это все делается из-за того, что вы ищете истину. Я правду ищу. В поисках правды. Государственный эксперт, который пришел, который будет независим, который будет заниматься, так сказать, своей работой, своим делом, добросовестно, вот, независимо от той стороны, которая непосредственно здесь находится. Но когда эксперт на суде заявляет, что мне предоставили перечень оценочной, в смысле стоимости этих запчастей, манжон, а Тишков не предоставил, меня это, допустим, поразило. Почему манжон может предоставить эксперту, предоставляет ценники на те запчасти, которые... Да, там эксперт признался, признал да, факт, он сказал, что... Это мне манжон предоставил, а Тишков... Я и нарисовал, да. Я бы мог предоставить, если бы с меня бы попросили, но я да. надеялся, что эксперт, он сам, самостоятельно, независимо от кого-либо... А получилось по факту, что он зависим. Да. Но мы поэтому очень сильно надеемся, что его действиям будет дана надлежащая правовая оценка. Олег Васильевич, следующий вопрос. Предположим, что сумма ущерба установлена. Вот по вашему мнению, как она должна была распределиться? Кто, что и сколько должен был гасить? Ну, мое, конечно, мнение. То, что в этой ситуации изначально должно быть оценено нарушение Индеева, так как он превысил скоростной режим, и поставить потом вину на нашу вину, его вину, нарушение на весы, кто больше виноват. Но я предполагаю, что если есть моя вина, есть вина Индеева, значит, мы должны ее как-то разделить, наверное. У меня ущерб на 7 с лишним миллионов он понес, я понес, он ударил жатку, которая восстановлению не подлежит, она стоит 8 миллионов, никто об этой жатке не поднимает вопросы, никто даже не заостряет на этом внимание. Весь акцент сделан на восстановление индеевской машины, и в то же время индеево нарушение не берут во внимание. Если это будет взято во внимание индеево нарушение, я готов принимать, идти на те согласительные процедуры, которые непосредственно будут нам предоставлены. Что кто больше виноват или кто меньше виноват, кто больше платит, кто меньше платит в этой ситуации. Я считаю, что это должно быть обоюдно. Если да. меня обвинили, что у меня есть нарушение, пусть примут решение в отношении Индеева, насколько он виноват, а он виноват, и все мы знаем, что он виноват. Вот только никто не хочет это взять за основу, и потом уже принимать решение. Я считаю, что если по моей логике, по моему пониманию, это обоюдное нарушение. У вас сейчас есть ощущение озлобленности или сожаления? Сожаление, скорее всего, не озлобленности, а сожаление. Честно слово, мне вот иногда настолько, как сказать, обидно или, как сказать, неприятно становится. Я прослужил 20 с лишним лет на госслужбе. Я был начальником клуба армии. Я всегда обладал каким-то патриотизмом. Ну, не буду я хвалиться, но для меня было здоровье нации. Это ребята, спортивные достижения, это здоровье ребят, это на международных соревнованиях поднятие флага и все такое. Я всегда был заряжен вот этим патриотизмом. Это не обманываю, это действительно так. И вот эти идеи жизни у меня вот такая была. Но когда я сейчас столкнулся вот с таким беспределом, который сегодня творится, настолько мне стало обидно, я говорю, что у меня, ну, это может быть, так сказать, отвлечение. У меня, допустим, я патриот своего города. У меня здесь отец лежит, у меня здесь дед лежит, у меня здесь прадед лежит, здесь мои дети живут, здесь мои внуки живут, у нас здесь 6 поколений. Нет, поэтому я говорю, на самом деле, это вот я был заряжен.
Я был заряжен, у меня был такое, как сказать, рвение по трезвости. На самом деле, я всю жизнь проработал с молодежью. Я возглавлял патриотический клуб, клуб нашего, нашей области, клуб, патриотический клуб молодежи возглавлял. Мы писали программы, как растить молодежь честно, справедливо. Будущее наше, как сказать, поколение, которое придет и заменит нас вот, на государственном поприще и все такое. Вот этими был как-то заряжен. Когда сегодня я столкнулся вот с такими несправедливыми, низкими, я говорю, настолько унизительными, вот для меня, честное слово, иногда, вот, допустим, думаешь, да Бог с ними, с этими деньгами, вот, то, что случилось, не хочется никуда, не, в смысле, так сказать, не хочется, как бы правильно объяснить. А вы были депутатом? Я был депутатом, я два созыва был депутатом. Я работал в плане честности, я работал в плане, допустим, как сказать, где-то справедливости, отстаивал интересы. Точно так же, допустим, где-то за какие-то нарушения обращался в инстанции, старался где-то что-то найти, ну, справедливо защитить людей, защитить тех незащищенных слоев населения. Олег Васильевич. Непосредственно к нам обращались. Но когда я столкнулся как бы с незаконной несправедливостью нашей администрации, нашего законодательства, закон, писанный правильно, но он не применим в отдельных случаях, а применим, я не знаю. Ну, Олег Васильевич, мы, конечно, со своей стороны выражаем надежду, что все-таки уполномоченные государственные органы, те, кто компетентны принимать эти решения, услышат ваши пожелания, и исходя из того, что вы в своей жизни сделали огромный вклад для достижения справедливости, я думаю, что это для вас тоже обернется, и мы надеемся, что ваша ситуация выправится, и все будет, как того требует сама справедливость. Спасибо за интервью, Олег Васильевич. Надеемся, что все будет хорошо.